Всем привет, с вами снова сегодня я, и сегодня второй день записи альбома для коллектива Lake Placid из Германии. Я уже снимал чуть-чуть видео, в каком месте находится студия, где мы пишем. Удивительное место здесь, очень красиво. Откройте, чувачки. Can you open door? Это вчерашняя запись. Что смотришь, Олежка? Yes, yes. Okay. He went to the toilet. Without? Okay, but I need click.
па-та-та-та-там, па-та-та-та-та-там, па-та-та-та-та-там, па-та-та-та-там. Финале. Last four bars. Окей. Give everything. Последняя песня на сегодня. Everything else is horrible. Сегодня второй день записи, и за два дня мы записали 14 песен партии барабанов. И что приятно в этой студии, то что на самом деле тут все довольно-таки просто. Звукорежиссер понимает какие-то мелочи, которые нужно делать. Например, что если песня медленная, он сразу делает клик в два раза быстрее. Или расставляет микрофон так, что тебе удобно двигать все барабаны. То есть есть мелочи, которые просто понимаются. За два дня мы записали весь альбом. Записал сегодня... Сегодня 9 песен, вчера 5. Надеюсь, что результат будет хороший. Ну, записали мы все 14 песен. Сегодня второй день записи, и за два дня записи мы записали 14 песен барабанов.